Ленин? Владимир Ильич Ленин. 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 Ленин и Троцкий. Троцкий. Сталин. Ленин, Сталин. Большевики. Дзержинский. Ленин. Троцкий. Була б демократична, капіталістична, буржуазна, національна, ну так як Чехія. Ძალიან თანამედროვე სახელმწიფო შენდებოდა მაშინ საქართველოს. და ეხლა ვიქნებოდი არავისი ნაკლები და ეხლა ვართ 100 ქვეყანაზე ნაკლები და ეგა. Դժվարանում եմ ասել ինչպես կլիներ, մենք որտեղ կլինեինք, Օսմանյան տիրապետության տակ կլինեինք, հա, չգիտեմ որտեղ կլինեինք, բայց կարծում եմ ինչ որ առումով մեր համար դրական էր. Գոնե մեր ինքն չգիտեմ, չեմ կարող այդքան մանրամասն ասել։ Если не Октябрьская революция, то Кыргызстан сегодняшний не было. Если бы советская власть не установилась, была бы возможность, опять же, интервенции английских именно, английской интервенции, может быть, мы бы были в совсем другом в поле, то есть в информационном поле, в политическом поле. Ну, мы были бы настоящей европейской страной, настоящей, а может быть, даже и выше Германии. Я думаю, мы бы все равно рано или поздно пришли бы к тому, что у нас сейчас есть. Вы знаете, Россия сейчас неплохая. Я думаю, что было бы все нормально, уверена.